Віртуозний вокал у сполученні з глибоким гучанням класичних мелодій. У камерній залі Палацу культури Чигуночников відбувся музичний вечір під назвою «З любов'ю до опери». Артистка Гомельской областной филармонии Вольга Кузьменко и солист Великого театра Беларуси Александр Краснодубский подрихтовали для слухачов яскравую программу. У яе вошли творы сусветной классики на музыку Римского-Корсакова, Моцарта, Верди, Бизе и Россини. Очень приятно бывать у вас в Гомеле и петь для гомельской публики, потому как здесь очень богатая вокальная культура, здесь очень богатый вокальный потенциал, и у вас есть своя оперная певица. Такая колоратурная сопрано рождается далеко не часто. Без криминального вибрато на верхнем регистре вы у нас в театре сопрано колоратурное не найдете. А в Европе тоже надо, ой, как здорово поискать. Александр Краснодубский упершиню выступил дуэтом с гомельской спевачкой. До этого он был у нашем областном центре с президентским оркестром Беларуси и в составе труппы Великого театра оперы и балета.